Спасибо. Знатоков и любителей музыки очень много. Меломаны же страстные ее ценители. Они не слушают, что попало, они слушают только лучшее. И если вы, друзья, сегодня находитесь здесь, в зале, значит, вы меломаны. Потому что с этой сцены сегодня льется только лучшая музыка. Артистка, которая сейчас готовится к своему выходу, всегда оптимистична, полна романтики и новых творческих идей, которые всегда реализует встреча с любимой публикой. Встречаем. Встречайте! Для вас поет заслуженная артистка Республики Дагестан Ирада Асварова! С вами. Я хочу сказать, что сегодняшний дебют Абдула в качестве конферансье, он состоялся. И я получила огромнейшее удовольствие от работы с тобой. Ты справился на отлично, ведь правда же? Спасибо. Спасибо, друзья. Спасибо, Алиса. Мне было очень приятно сегодня с тобой сработаться. Я надеюсь, что еще много всего
у нас ждет впереди. Спасибо, Алиса. Алиса Шахназарова, ваши бурные аплодисменты, спасибо, друзья. Спасибо. Ну, я думаю, зритель в зале не простит, если сегодня Абдул не подарит им одну из самых красивых своих песен. Конечно же, Алиса, подарим свою замечательную новую композицию. Самыми теплыми пожеланиями. Поехали. Хотя много где бывал, с ней бы мне сойтись поближе, я бы ее расцеловал. Для меня она загадка, что так манит и зовет. Ее имя — это тайна, как же разгадать ее? Не знаю имени, не знаю голоса, влюбился в длинные ее я волосы. Не знаю имени, и где живет она, влюбился в карие ее глаза. Как же быть теперь, друзья? Красотой своей пленила, в сердце пламя разожгла. Сделай шаг ко мне навстречу и улыбкою согрей. Говорю тебе всем сердцем, будь невестою моей. Не знаю имени, не знаю голоса, влюбился в длинные ее я волосы. Не знаю имени, и где живет она, влюбился в карие ее глаза. Не знаю имени, не знаю голоса, влюбился в длинные ее я волосы. Не знаю имени, и где живет она, влюбился в карие ее глаза. Спасибо. Вот правду говорят. Спасибо, ансамбль Махачкала. Спасибо, друзья. Талантливый человек, талантлив во всем. Реализовал себя как артист, как актер, еще и ведущий. Абдул Мурадов, спасибо. Алиса Шахназарова, спасибо, друзья. Позвольте пригласить на эту сцену Ираду Асфарову для вручения музыкальной премии. Аплодисментами встречаем. Спасибо. Друзья, для меня честь вручить вам эти награды. Хочется пожелать вам
полета мыслей, творческих идей и обязательного их воплощения в жизнь. Благодарю, благодарю. Много музыки, света и драйва в концертах, организовываемых медиахолдингом «Прибой». Друзья, я с вами прощаюсь, мы с вами прощаемся, надеемся увидеться с вами обязательно. Мира, добра и благополучия всем! До новых встреч, друзья! Спасибо! Друзья, за улыбающимся человеком удача идет по пятам. С этим очень согласны и смело шагают по жизни народная артистка страны гор, великолепная Гульханум Гаджиева и популярный телерадиоведущий сердцеед Магомед Манафов. Добрый вечер, Гульханум. Добрый вечер, Магомед. Ассаламу алейкум, уважаемые зрители грандиозного концерта «Годовой отчет». Друзья, со мной очаровательная Гульханум Гаджиева, которая сегодня открыла этот популярный, грандиозный концерт «Годовой отчет 2018». Давайте ее поприветствуем. Спасибо огромное. Ну и сердцеед, почкоед, печеньед, все это с вами я, Магомед Манафов, рад вас приветствовать, видеть, вы не изменились, все такие же прекрасные и очаровательные. Друзья, я думаю, что не будем затягивать, наверное, так как уже многие, я смотрю, кто-то спит, кто-то что-то делает, друзья. Вас разбудит следующая песня, мы свой «Талай-талай», наверное, на этом закончим и пригласим на сцену очаровательную, популярную и красивую Эльмиру Аминову, а также ансамбль «Эхо Гор» на сцене «Дома дружбы».
Ваши аплодисменты! Ажая Макарова, спасибо. Встречайте, уважаемые зрители Дома Дружбы. На сцене очаровательная, подрастающая и стремящаяся к звездам и к высотам Мумина. Блистательная Мумина, мы попросим вас оставаться на сцене. Не уходи, пожалуйста. Вместе с нами. Гульханом я буду петь следующее. Держи, держи под ручку меня, держи. Друзья, очаровательная Мумина, забирай, пожалуйста, эти цветы. Также на сцену хотелось бы пригласить Эльмиру Аминову.
Ажая Бакарову. Под ваши аплодисменты давайте не скупитесь, аплодируйте. И Мумина тоже на сцене. Спасибо вам за то, что вы делаете. Эльмира, как всегда, ты блистательна, у тебя поистине материнские глаза. Ажая Бакарова сегодня оделась практически наполовину как Гюльханум, наполовину как я. Очаровательно и прекрасно выглядишь. Спасибо за клипы, которые ты нам даришь. А также, Мумина, тебе мы желаем взлетов и только побед. Спасибо огромное. Аплодисменты нашим участникам и тем, кто сегодня завоевал этот прекрасный титул годового отчета. Ну а мы, в свою очередь, представляем на ваш суд новую песню в исполнении молодой, прекрасной девушки, которую зовут Альбина Хизриева. Встречаем! Аморе Мия! Хизриева.